Меня зовут Людмила Калашникова. Я руководитель творческого объединения «Круг друзей» при Дворце культуры ВГС, а также художник, архитектор, мастер декоративно-прикладного творчества. Я хотела бы рассказать о нашей проблеме, которая возникла вот в эти дни, и которой очень обеспокоена я и также творческие люди нашего города. Центр истории и культуры хотят убрать, то ли переехать, то ли вообще убрать. Мы обеспокоены этой проблемой и хотели бы отстоять наши права, потому что этот центр стал для нас родным домом, куда мы приходили отдохнуть душой, посмотреть выставки. Здесь проходили творческие вечера литераторов, художников, поэтов, писателей и других известных людей города. Сюда с удовольствием приходили люди разных возрастов, разных интересов, но нас это все объединяло. Теперь, значит, возникла такая проблема, все очень этим обеспокоены и хотим отстоять это помещение Центра истории и культуры. Я хочу обратиться к руководителям города, к Игорю Николаевичу Воронину, также другим, чтобы поспособствовали сохранить нам этот центр. Потому что и так мало мест, куда мы можем прийти бесплатно, отдохнуть душой. И этот коллектив Центра культуры и истории просто наша отдушина.